на конкурс. Дети читают стихи. Первушин Александр, 13 лет, город Томск. Петр Давыдов. Давайте вспомним что-то о победе. Начало мая, красные гвоздики, как слезы тех далеких страшных лет. И ветеранов праведные лики, особенно которых больше нет. Когда опять подходят даты эти, я почему-то чувствую вину. Все меньше вспоминают о победе, все больше забывают про войну. Никто из нас за это не в ответе, и сам с собой веду я разговор. Так много было войн на белом свете, так много лет уже прошло с тех пор. И, как обычно, вспоминаю папу, вернувшегося без обеих ног. Как поднимался он легко по трапу, как танцевать он на протезах мог. Идут по телевизору парады, горят в архивных фильмах города, а тем, кто остался, раздают награды, и кажется, что было так всегда. Война еще исчезнуть не готова. Те годы — миллионы личных драм. И потому давайте вспомним снова всех тех, кто подарил победу нам. Когда гулять на майские поедем, веселые, довольные вполне. Давайте скажем что-то о победе и вспомним хоть немного о войне.